Здравствуйте, в эфире программа «Сыскное дело», в студии Павел Баймаков. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. На скамье подсудимых оказались двое самарских полицейских отдела полиции номер 3. Майор полиции, он же начальник отдела по розыску, 36-летний Александр Стрибков, и его коллега, оперуполномоченный, 27-летний старший лейтенант Роман Сахнов. Их обвиняют в получении взятки. По данным следствия, в марте этого года они задержали жителя Тольятти, который находился в розыске за кражу. За то, чтобы не передавать задержанного в руки следователей, полицейские попросили 100 тысяч рублей. В момент передачи денег все трое были задержаны. После получения денежных средств долгового Сахнов был задержан на месте преступления. Таким образом, действия Сахнова и Стрибкова органы правительственного следствия квалифицированы по пункту А, части 5, статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Допрос свидетеля по делу прошел за закрытыми дверьми. В случае, если вина подсудимых будет доказана, им может грозить штраф до 9 миллионов рублей или до 12 лет лишения свободы. Пока одни берут взятки, другие задерживают преступников и передают их в руки правосудия. Попался на очередном преступлении. Самарские полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу, а также за побег из зала суда. Наш корреспондент продолжит. Ивана Иванова задержали в Самаре в парке 50-летия Октября, где он отдыхал вместе с новыми знакомыми. Когда компания уже собиралась расходиться, один из молодых людей заметил свой планшетный компьютер в сумке у задержанного. Потерпевший вызвал полицию. При себе у него не было никаких документов. Он пояснил, что он в Саратовской области, находился на воспитании в школе-интернат. Вот. Проверили его по всем информационным базам, какие у нас имеются. Данного гражданина ни у нас, ни в Саратовской области не значится. Полицейским задержанный представился чужим именем. Вдобавок скинул себе возраст на 10 лет. Это выяснилось после того, как из школы-интерната, где якобы воспитывался задержанный, пришел ответ. Пришел незамедлительно ответ, что нет, такого несовершеннолетний у них не числится, никогда не обучался. Мы стали дальше проводить работу. Мы с ним постоянно беседовали, мы его дактил скопировали. И сделали рентгенографию кистей рук. Согласно этой рентгенографии установлен возраст. Задержанному оказалось 27 лет вместо 17. Таким образом, он пытался уйти от ответственности по всей строгости закона. После того, как выяснилось его настоящее имя, оказалось, что молодой человек действительно когда-то воспитывался в школе-интернате Саратовской области, а также находился в федеральном розыске за кражу и побег из зала суда. Залез и забрал золото, украл. И все. Ну, где? В город Балашов. Балашов? Ты родом оттуда, да? Я не родом оттуда, я воспитывался в интернете. Жалею, конечно, осади. Злоумышленник находится под стражей. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Ведется следствие. Если вы пострадали от действий этого человека, полиция просит сообщать по телефонам, указанным на экране. Во время летних каникул внимательнее следить за детьми, советуют полицейские. С начала года в Самаре было уже 4 случая, когда дети одни оказывались на железнодорожных путях. Очередной случай произошел на Самарском вокзале. Благодаря бдительности прохожих рассеянным родителям ребенка передали целым и невредимым. Ребенка, гуляющего одного на Самарском вокзале, заметили прохожие. Откуда он и где его мама, мальчик ответить не смог. Чтобы ребенок не попал в беду, его привели в отделение полиции. Спустя пару часов поисков нашлась бабушка мальчика. Я пошла в магазин, вышла. У нас сразу с дедом. Не плачьте, он нашелся, ничего с ним не произошло. Как его зовут-то? Илья. Бабушка Ильи живет недалеко от вокзала. Без присмотра мальчик остался буквально на 20 минут и без спроса ушел из дома. С начала года это уже 4-й случай, когда дети одни без взрослых оказываются на вокзале и железнодорожных платформах. Будьте внимательны, будьте бдительны, потому что ребенок, оказавшийся один в трудной ситуации на дороге, оказавшийся на объекты железнодорожного транспорта, это потенциальная жертва дорожного происшествия. Поэтому жизнь, здоровье наших детей – это в руках взрослых. Скоро за Ильей приехала дедушка. Родственники предоставили документы, написали объяснительную и обещали больше ребенка без присмотра не оставлять.
Каждой сказке рано или поздно приходит конец. Кафе «Тысяча и одна ночь» на пересечении улиц Победы и Каховской в Самаре доживает последние дни и ночи. Его должны снести в течение 2 недель. Ликвидировать временный двухэтажный павильон решили еще в 2012-м в связи с реконструкцией площади Кирова. Договор аренды, заключенный еще в 2006-м, был расторгнут. Окончательное решение о сносе суд вынес еще в начале прошлого года. Но владелец не предпринял никаких действий. Должнику неоднократно применялись административные санкции за невыполнение требований исполнения документа. Однако должник до настоящего времени требования исполнения документа не выполнил в полном объеме. В итоге общая сумма штрафов составила около 40 тысяч рублей. Чтобы не платить деньги еще за снос, владелец павильона все же решил убрать его своими силами. На то, чтобы привести земельный участок в первоначальное состояние, у него есть 2 недели. Экстремальная ситуация закончилась благополучно. В Самаре под обстрел попали инспекторы ДПС, которые приехали, чтобы оформить дорожно-транспортное происшествие. ЧП произошло на улице Куйбышева в областной столице. По данным полиции, 55-летний задержанный стал виновником 2 ДТП. На улице Комсомольской он на своей иномарке врезался в газель, затем скрылся с места аварии и уже на улице Куйбышева въехал в легковушку. Выходить из машины нарушитель не торопился, вместо этого начал стрелять из травматического пистолета по прибывшим полицейским. С правой стороны, с пассажирской, значит, в упор через стекло он начал производить выстрелы. Сотрудник полиции отошел от боевого огня. Мы, значит, приняли меры к задержанию данного водителя. Порядка 7 выстрелов он произвел. Вот, после чего мы задержали его с помощью физической силы и применения спецсредств. Позже экспертиза показала, задержанный Михаил находился в сильном алкогольном опьянении. За то, что скрылся с места ДТП, на него составили административный протокол. Автомобиль нарушителя отвезли на штрафстоянку. Мировой суд на 2 года лишил мужчину водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Общаться с прессой задержанный отказался. Чтобы победить в любой трудной ситуации, необходима подготовка и хорошая физическая форма. Инспекторы ДПС на пару дней сменили форму полицейского на футбольную. В городе прошел турнир по мини-футболу среди госавтоинспекторов области. Участие в состязаниях приняли 12 команд. Кто стал лучшим, узнаете в следующем сюжете. Ян Русак уже много лет работает в полиции. На службе бывает всякое, поэтому уверяет, каждому полицейскому нужно держать себя в хорошей физической форме. В игре, как на посту, чуть задумался, и противник победит. Как и в любом спорте, желание выиграть, победить, переиграть, обмануть соперника. Здесь на первом месте стоит. Очень многие люди здесь друг друга знают. И из года в год это первенство продолжается, соревнования. Это очень интересно и захватывает. Турнир по мини-футболу среди госавтоинспекторов области проходит уже в 5-й раз. С каждым годом количество участников и команд увеличивается. В этом году за звание лучшей боролись 12 команд из Самары, Чапаевска, Сызрани, Новокуйбышевска и Тольятти. Есть великолепная возможность познакомиться с сотрудниками друг с другом, найти общие интересы. Составы команд, безусловно, меняются. Приходит молодежь. В общем-то, кто-то более часто тренируется здесь. Отбор происходит, особенно в крупных подразделениях, весьма серьезный по игрокам. В 2-дневных состязаниях победу одержала самарская команда полка ДПС. 2-е место заняли госавтоинспекторы Тольятти. Участникам турнира вручили дипломы. Победители наградили ценными призами и кубками. На этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим.